Так, пацаны, кто на потоке сейчас остался, у меня к вам просьба большая. Никому не говорите, что я мусорнулся, блин. Я просто по-тихому это сделал, когда все спят в 6 утра. Что там три сделал? Что не видео, то какое-то унижение. Так, генерал. Да, генерал армии на связи. Пожалуйста. Смотрим тут, что у нас. Пойдемте, пойдемте. Так, вот это теперь мой кабинет, как я понимаю, да? Тут обычная звонилка сидит. Понятно все. Не, вот такое. Во, смотря. Да, вот такое, смотря. Во, стиль. Бля. Не, ну согласись. Шо? Во, ля. Все считается. Все, пасеки. Пьяным. Вот, смотря. Ну как? Смотря. Слышь, нажми букву С. Нажми букву С еще раз. Нажми. Ты у меня другая анимация есть. Во, еще раз. Еще раз анимку, еще раз анимку. Сейчас. Сейчас. Ляг, бро. О. Старый, давай. Сегодня ты фоткаешься с ними, а завтра тебя они же и повяжут. Че, ну, делаем фотку, да? Старый? Ну а че, ляка, красиво, согласись. Жест. Must have. Все, старый, всем сыр, говори. Привет! О боже, блядь, перестань. Опа! О, смотря. Не, во. Во! Сладкая. Ковыряшка. Вкусно, дед? Смотря. О, вообще легенда. Нормально, нормально выходит. Смотря, опа, опа. Смотря, смотри. Ить, да. А, нет, смотри, вот так, смотри, опа. Видал как? Оу, вау. И вот так, смотри, как бауля. Слышь, Глад, мне селфи надо с тобой, бро. Сейчас. Так. Ты давай, блядь, сейчас не играйся. Сейчас я подберу самого подходящего. Десяточка селфи, десяточка. Сейчас, подожди. Опа. Не, это брат. Сейчас, подождите, я вернусь, секунду. Ага. Типа тебя здесь заковали. Вот, смотря. Ну, вот так завтра будешь стоять. Опа. Смотря. Слышь, гомо селфи со старым сделаем быстро. У меня, да, для вот тиндера. Пожилой гомо для тиндера. Да. О, Сара, Саси, тихо. Сара, Саси, тихо. Я вас всех ебал, раком загинал. Слышь, старый, тут нарушитель. Лысый нарушитель. Где? Валера, здорово. Воевал на командующий. Так, дружок, еще мы патруль антилысый. Так, 12.2. Пойди-ка, пойдем какую-то желтую машину сопрем. И кожаную колей. Значит, 12.2. Представьте, что здесь делаете. 54.4. Не слышу вас. Что здесь забыли, граждане? Пожалуйста. А? Не слышу вас. Да я звуковую карту отправлял, и, блядь, что-то не отправляется. Вот этого, блядь, по жизни. Статья 14.48. Ага, обучаемся, обучаемся. Буква З, буква З взять в руки. Все, тюрьма. Как его машину теперь заломать? Заломай, буква З. Заломай, буква З заломай. Еще. Что тебе нужно? Пошли в машину, пошли в машину, вот эту посадим. Хуесос, блядь. Сади его в Мерседес. Сейчас его нахуй повезем на могилку. Тюрьма, все, тюрьма, от судьбы не уйдешь, все. Допрыгался, лысый, все. Валера, а знаешь, что я хотел, что хотел сказать? Он стажер. Я хотел тебя поблагодарить, что вот я живу в такое время, когда столько легенд, например, вот в футболе Месси или Роналду, там, знаешь, вот, ну вот на поколение бывают такие легенды. Вот если в футболе это Месси и Роналду, то вот в стриминге это вот, ну, сам понимаешь, куплено. Тюрьма, нахуй. Пошли. Документы будешь его смотреть? Так, документы, да я его так знаю, это, блядь, местных дурачок его все. Ну тогда оформление.
Так, оформляю. Салют в честь того, что так, дед адвоката, мусорился. Адвоката ему надо, наверное, предоставить. Так, адвоката ему не предоставляем, потому что это нарушитель злостный жест. Значит так, на сколько его оформлять? 20 лет, 30, сколько ему? Сколько хочешь? 54, пожалуйста, мне можно? Значит так, да, у вас есть один телефонный звонок, да? Там есть 120. Последнее слово, пожалуйста. Что вы смертельный сказать, кожаный укол. Чтобы такие, как вы, больше, так сказать, ну, не попадались. Вот, что вы им скажете, нет, есть, пожалуйста? Есть, конечно, вариант кожаный укол. Но... Товарищ подсудимый, пожалуйста. Что ваше последнее хочешь? Слово. Зая, получишь пизды. Электрический стул. Зая! Плюс 5 лет, ты не канул, Плюс это оскорбление еще. Пожилого сотрудника при пожилом исполнении это, пожилой да, Рональду это, 12.54, значит, оскорбление сотрудника при исполнении, то есть грозит кожаный укол, такое нарушение принял. Так, оформляем, значит, так, статья порядка. Смертельная казнь в виде старый, смертельного комментарии, кожаного укола. Комментарии напиши, главное, это, про кожаную. Так, статья, все под контролем. Так, 54. 13.37. Только пробелы ставь. Время пиши 120. Нах ты свой IP-адрес написал. Сейчас задудойся, дурак. Это пароль сломоды. Боже, ну купи новую уже нахуй. Все, нахуй, тюрьма. Фотку сделал хоть добавить? Всё, готово. Да, первый пошел бы. Лысый приехал. А я не могу подвигаться, что за... Так, причина 54, 27, 14, 18, 28. Сиди 25 секунд. Лысое хуйло. А как выпускать? А ты не можешь. Никак, да? Нет. Ну, там только можно пойти и заставить его парашу помыть. О, пойдем, да. Добренько, добренько. Кстати, старый, тебе нужно заехать в банк, положить на аргу деньги, потому что она завтра слетит. Чё ты сказал? Чё ты сказал? Ты своего замуж, что ли, хочешь посадить? Чё ты сказал сейчас? Что там слетит? А? Особняк слетит, у тебя денег мало. Тюрбан, нахуй. Валера, слышно меня? Он тебя очень любит. Давай песенку тебе. Давай. Весна опять пришла. И лучики тепла. Вот, смотрел я, да. Доверчиво глядя в мое окно. Вот очко, очко, а не очко, блядь, охуенно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть. Пойду я смотреть Куплинова. Куплинов дорогой, ветер северный, этапом из Твери зла немерено, лежит на сердце. Как заставить его парашу убрать? Что? Слышу. Да-да, продолжай, мы отвигаемся. Я не брал. Давай я тебе еще спою. Я слышу. Поздравь деда с днем рождения. Валерка, кролик, 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 кролик. Тебя я отпизжу сильно, дам тебе ебло. Отсоси у меня. Валера. Лысый дурак сел в тюрьму, потому что меня он кроликом постоянно называл, а теперь справедливость восторжествовала. И я тебя наказал, я твою лысую голову писюном своим натирал. Лысый дурак сел
в тюрьму и получит пиздюлей. Ла-ла-ла-ла, лысая женщина наказана, и слезы молча роняет. Пожилое тело отдыхает, а лысое тело плачет. Пожилое тело побеждает. Лыслов замкадыш, попущенный лох. Лысый замкадыш, лысый лох. Лысый замкадыш, замкадыш лох. Попущенная женщина мормышка. Лысый замкадыш, замкадышный лох. Попустили мы тебя сегодня. Ты слезы роняешь, а мы отдыхаем. Лысый замкад получил кожаный укол. Замкадыш, попущенная женщина лошок. Лысая женщина сегодня получила кожаный укол. А? И крест, и икс снять наручники. Базар Эксалибур. Так он сейчас убежит. Да не убежит. Все. Поймаю эту хуйню. Его выпусти. Ну, лысый, я доберусь еще до тебя. Будешь наказан. Надо найти лысого. Лысого найти надо и опять... Поймайте лысого. Миссия называется «Поймай лысую женщину». У ретро? У ретро? Вы представили сотрудника полиции. Да выключите музыку. Нет, нет, я не представлял. Не представлял все сотрудника. Притвоение должностных полномочий. Вы присвоили себе полномочия. Ни разу. Так, полномочиями? Так, достал наручники. Так, сейчас достану. Гражданина. Значит, и что сделали теперь? Пройдемте ко мне в кабинет, товарищ. Значит, превышение своих полномочий, дай представление. Дедушка, пошли вниз. Пошли вниз, там получше кабинет. Что я сделал? Слышь, дедушка, там клетка внизу. Нет, нет, только не в угол. Клетка внизу. Давайте в другую, давайте в другую. Значит, там, так, вы представили сотрудника полиции, как я вас понял, да? Никак нет. Значит, представили должностным лицом. Статья 12.54, нарушение процессуального кодекса. Вы забыли 228 еще. Хорошо, так. Кстати, да. И 1.37. И да. Значит, последнее вам предупреждение. 10 тысяч сейчас отдаете, либо тюрьма, все. О, быстро отдал ему. Или долго сидеть будешь? Отвернитесь, о! Отвернулись все, быстро. 10 тысяч, либо тюрьма, последний раз говорю. Это что, коррупция? О, давайте через банк только, если. В легкую. Так, Николай, банк. По номеру телефона подойдет? Николай. Давайте, по номеру телефона подойдет. Николай. В легкую. А вы хоть дайте мне телефон, пожалуйста, хоть чтобы я мог это сделать. А, вы ждали, точно, извиняюсь. Сюда иди. В клетку, лысый вас. Это у нас рецидивист, как я понимаю. Да. Да, снизу клетка для него. Рецидивист, да, сука? Отцепил. Ключ карты там. Человека от себя дали, развязал наручники. Нацелился тазером. Давайте я ключку дам, откроешь дверь. Быстрее. Далее. Человек упал. Пытался, не получилось. Хорошо. Еще раз тайнером стрельнул для профилактики. Все. Статья 2. Освободил. Вот, вот. Опа. Базара нет, во. Вот это тюрьму. Другое дело. Вот это другое дело. В тюрьму меня. Вот это один нравится уже. Чувствую, сразу я мужчина сейчас. Да выйди. Садись ко мне, параллельно. В тюрьму хочу. От судьбы не уйдешь. Лысый, тебе сколько еще не говорить? Сейчас сколько он тебе ответит. Сколько молчать будешь, лысый? Куда, лысого? К нам машина. Рецидивист, правильно, дед? А, он не брат, брат. Он анонист, а не рецидивист. Это рецидивист, лысый.
Сколько у тебя? А, как он скажет, сколько у него там? Знаешь, как он может сказать? Голлисток ему купит. Он на листке напишет. А он писать не может. Он сможет, он сможет. Да-да, проходите, пожалуйста. Да-да, заходите в бассейн, пожалуйста. Повода какая-то. Проходим, проходим, без стеснения. Да ладно, собой. Я плавать не умею. Ничего страшного, здесь не глубоко проходить. Проходите, проходите, не нужно стесняться. Раздевайтесь, пожалуйста, все. Раздевайтесь. Раздеваться? Конечно, все-таки. Посмотрю, что там у вас. Да. Так, я вам устрою сейчас романтический ужин. Да. Я купальник забыла, можно мне сидеть? Ничего страшного, не переживайте. Вот яблочко тебе и даме. Ничего страшного, я как доктор, я все сделаю очень нежно. Заберите яблочки. Да. Можете нагнуться. Подождите, раздают. Нагнуться попой, чтобы я смотрел источник заражения, так сказать, вашего. Да, я да. Могу рот открыть. Рот открыть? Не, рот лучше закрыть. Нагнуться надо. Во. Во. Вот это тоже нормально. Лысый, давай. Ой, песню. Извиняюсь, не то. А какую? А агрессивную или лирическую? Про любую лирическую. Волчьего дала собака. Да-да, повернитесь, пожалуйста, ко мне. Задней частью своего тела. Я буду делать осмотр. Да, это снимите, пожалуйста, верхнюю одежду, всю полностью. Что еще раз не слышу? Одежду, одежду снимите. Не вижу вашего источника заражения. Я уже все сняла. Хорошо, нагнитесь, плохо видно. Источник заражения ангины. Не пойму. О, так. Осуждаю. Я по-другому не умею. Я помню наш последний вечер, наш так. Последний разговор. Это походу сюрпризом. Ой, пошло. Пошло. А? Мне 15. Глубокий осмотр. А? Ничего мне страшного, 15? Сотрудник полиции. Тюрьму. А, ладно, извините. Ничего страшного. Ага. Ага. Сука, я ебу. Все, я устал. Так, ладно, все. Ой, это запрещенка. Какой-то негативный персонаж, по-моему. Неплохо, неплохо. Я бы присунул. Я бы тоже своего ужика бы вогнал бы в пещеру. Ну, а там вот, смотри, конь нагуленный. Валера, смотри, а этому бы присунул? Ты запросто. Легко. Тебя как, Дискорд? Ну да, Дискорд, тебя как дать его? Я думаю, на стрим лучше не давать, да. Ты ВКонтакте тебе напиши. Блядь, а ВКонтакта у меня нет. Для всех. Контакт меня... пиши, только на аватарку поставь девочку, а то дед не прочитает. Слышишь, блядь? Выйди с машины быстро. Пизда лысому, блядь. Я слушаю тебя, дорогой. Дед, я тебя в чат кинул, что там, смотри. Ооо, кишка тряс. Все, ты допрыгался. Вошел во вкус мусорской жизни, да? Ты допрыгался. Ты знаешь, я вот сейчас играю, да, сотрудникам федеральной службы, как будто я всегда им и был. Это моя судьба. Мое призвание по жизни. Значит так. Рассказывай, как там все было от начала до конца. Я приехал к ней с цветами. Дальше. 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 Дальше.